Всем привет! Сегодня я расскажу вам о таком сорте либетской, как сапфира. Я думаю, многие знают этот сорт. Это новинка 2017 года. Приобретала я лист на зимней выставке. Наверное, это было, мне кажется, в ноябре, может быть, в декабре. Мне так повезло, что я заполучила последний лист, потому что в первый же день всю розетку ободрали. Было две выставочных розетки, и вот все они были ободраны, так как все хотели от них листы. Деток тогда еще не было. И вот сколько, наверное, прошло полгода, и вот у меня уже от листа цветущая розетка. Лист дал мне три детки, это самое крупное. Остальные более мелкие, я уже их раздала. Давайте посмотрим, что по описанию. Голубые, светлые, с зелеными широкими краями и темно-голубой химерной полосой по центру лепестков, звезды, колокольчики. Многие жалуются, что эти цветы опадашка. Посмотрите, какие красивые колокольцы с химерной полосой посередине. Вот этот колокольчик более махровый. Вот посмотрите, как портятся цветы. Лично у меня они не опадают. У них, посмотрите, пока их не трогаешь, они не падают. У них портится цветонос. Они начинают темнеть изнутри. Немного коричневеть. Хотя странно, посмотрите, у них зеленая кайма. По идее, такие цветы всегда держатся хорошо и долго. Розетка очень аккуратная, не рыхлая, плотная. Темные листы. И вот такая вот окаймляющая пестролистность. Кудрявые листы, что делают эту розетку такой вот компактной. Это вот первые цветоносы. Мне кажется, этот букетик у меня уже месяц стоит. И вот как только я собралась вам его показывать, начала укладывать красиво цветоносы, и вот они, трогала их руками, и вот они поотваливались. А так, если их не трогать руками, никуда они не опадают. Очень интересная расцветка, такая химерная, которая передается через лист. Соответственно, это не химера, но расцветка похожа. Эти все колокольчики обычные, а вот этот вот один махровый. Цветоносы довольно крепкие, не толстенные, конечно, тоненькие, но это и стартер, поэтому можно уже говорить о свойствах фиалки, когда она будет более взрослой. И до сих пор на него держится довольно высокая цена. Я брала лист за 500 рублей, а сейчас где-то, по-моему, рублей по 200 можно приобрести этот сорт. Очень эффектный. Если у вас такого нет, то я советую, если вы любите колокольчики. Заканчиваю свое видео. Всем приятного просмотра. Пока!